Ох, Сильбо, ты нарвался на совместный номер. Итак, танец в стиле дабстеп. Так что? Вы два придурка, весь сезон ссоритесь и орете друг на друга, но вы знаете, что-то в конце мне это немного надоело, поэтому я даже не буду вас останавливать. Именно поэтому. Дамы и господа, в левом углу ринга мэр села Первоцепляева. А вы знаете, титулы дебил года 2012-2014. Вы спросите, почему не 2013? Да потому что в правом углу ринга обладатель IQ размером с грецкий орех. Нервный рокер. Да начнется финальная битва. Далеко, поэтому завершаем. Добрый вечер, Белому смех, финал и наша первая дурёшка. Итак, давайте представим, как проводится вручение дипломов в самом плохом вузе страны. Так, ты у нас будешь экономистом. Ты у нас будешь юристом. А тебе наш отличник со смывающейся втулкой. Так я же еще дополнительные курсы заканчивал. Ну на, тогда тебе еще и газетку почитай. Едем дальше, друзья. А вы достали с дешевыми рачками, сами ими дали. А прикинь, бы ножи кинули, чтобы было. Друзья, представьте, если бы международные валюты были людьми. Блин, 75, я такая толстая! Чё ты? Да ты не толстая! У тебя просто курс широкий, а! Ты чё? А теперь представьте, очень стеснительный парень в клубе. Красивый парень, угости даму коктейлем. Я не знаю, я сейчас спрошу. Серег, ты не угостишь-то? Вообще-то это я тебе. Я не знаю, у меня только полтинник. Полтинник это только мне. А тебе 18, такой молодой. А с девушками обращаться не умеешь. Я умею, мне просто повторить нужно. Ну повторяй. Молоко, хлеб, это мама написала. Может, поедем ко мне? Крошка. Так сразу прямо, да? Это я прикалываюсь, у меня мамка дома с ночной спит. Ну тогда поехали ко мне. Сейчас пару формальностей. Алло, мам, можно мне в гости? Ну да, почти к Славику. Ну, мам... Не получится. Так, все, я пошла. Подожди, но я могу покатать тебя на своем мустанге. Вечер набирает обороты, а он выдержит? Да, только картонку возьми, а то седло холодное. Врач и кашель. У меня два варианта. Либо у вас бронхит, либо вы Гуффи. Джеймс Кэмерон и Кэмерон Диаз. А выходи за меня, будешь Кэмерон Кэмерон. И трудный выбор. У тебя бледная ледяная кожа. Ты ничего не ешь и не пьешь. Ты избегаешь солнца, говоришь ты так, будто ты из другого времени. Я знаю, кто ты. Скажи. Ты сисадмин. Катика и очередь в паспортный стол. Извините, начальник уехал в отпуск. Придется еще месяц подождать.